Моя камера разрядилась, поэтому я доделываю вот в таком виде. То есть я закончила на том, что я приклеила вот эту штучку на луку бидона, но она у меня как-то криво наклеена, блин. Короче, как-то так. Чуть-чуть. Неудобно, но ладно. Так. Дальше мы берем вот такие вот серебристую тоже блестинку и наклеиваем ее. Сейчас я смотрю, как. Не очень. Наклеиваю ее вот так вот где-то к концу красного. Вот. Как пирсинг, чтобы смотрелось. Но оно, блядь, неудобно так. Хоть бы мой телефон не разрядился. Необычно так смотрится, так что. Ну, и сам макияж губ смотрится необычно. И такие штучки. Если кто-то сейчас напишет, что это как-то некрасиво или что-то, ребята, вы сразу пойдете в блог. Не хотите, не смотрим. Я на заставке оставлю, с какими я губами буду. Я надеюсь, оставлю. Сейчас я покажу одно необычное создание. Там. Там. Кс-кс-кс. Так. Милаха. Чё? А я тебе еще сейчас зашмрызгаю там. Всё. На этом 7 дней, 7 образов закончено видео. Сейчас пойду собираться, так как сегодня воскресенье. Собираться и мыть руку. И ставить камеру на подзарядку. Да, нежно розово не видно сильно. Такое видно. Кстати, меня очень часто спрашивают, где я покупаю свои вот такие ушастые обруч. Этот конкретно я купила в Еве. Он сейчас есть. Я не знаю, как он потом будет, не будет. Но я не покрасилась, кстати. Но оно, блин, отклеивается. Поэтому клейте на клей для ресниц или клей для блесток, клей для глиттера, какой хотите. У нас уже Новый год. Да, ну, бля, где? Тут календарь у меня висят, тут надпись с днем рождения. Еще я не знаю, с какого года она висит. Но мне нравится. Просто кричу на дверь, мне неинтересно. Это последствия потопа. Меня как-то затопило полностью квартиру. Весь этот ковролин убирали, но это я уже вышла за рамки. Ну, кто-то мне когда-то говорил, там покажи свою комнату. О, кстати, пришло сообщение от мамы, смотри, где троллейбус. Так что всем пока-пока. До скорой встречи.